Друзья, всем привет, это срочный выпуск, друзья, срочный выпуск, он не будет сегодня здесь показанный автомобиль, это не очередной такой быстрый ролик, который мы записываем, касаемо изменений. С 1 февраля вновь в руки взял ручку господин Мишустин, нарисовал свои крестики-нолики, и что получилось? Получилось то, что теперь хорошую тачку, чтобы купить, придется за нее переплатить в 2-3 раза. Параллельному импорту приходит конец или нет, в этом ролике я вам расскажу. А ты поставь лайк, подпишись и сделай побольше репостов. Что произошло? Давайте быстренько вам сейчас скажу, чтобы вы уже поняли, чтобы не было демагогии. Так, друзья, весь товар, который растамаживается в Белоруссии по льготным ставкам на льготников, в Киргизии, этот товар будет дотамаживаться уже в России. А мы сейчас разговариваем именно за автомобили. Условно говоря, дорогие друзья, если мы рассматриваем такие машины, как новая Kia K5, в Киргизии, в Бишкеке стоит $5000. Это не то, что заниженный инвойс, друзья, нет. Это в Киргизии сетка таможенная, эта сетка низкая, поэтому мы таможим в Киргизии, платим утильсбор в России и перепродаем эту машину уже в России. То же самое касается, допустим, новых трехсоток, да, друзья. Эту трехсотку мы покупаем здесь, в Грузии, везем, таможим в Бишкеке, платим полный утильсбор, продаем в России. Полная растаможка с утильсбором обходится в районе $30000. То есть, к примеру, машина здесь стоит сотку зелени, плюс 30, это получается $130000. Это в районе 12 миллионов рублей. Человек покупает себе автомобиль Land Cruiser 300 на 3-4 миллиона дешевле, чем они стоят в России. Покупает Kia K5 здесь на вторичке, да, с пробегом до 10 тысяч километров. В круг она ему обходится со всеми его расходами $10000. Разница с Россией в 1000000 рублей. Она ему обходится 3 миллиона рублей. Вот это вот вторичка, да, от 0 до 3 лет. А уже после того, как Мишустин ввел новый законопроект, скорее всего, этого не будет. Итак, о чем говорит Мишустин, друзья? Мишустин говорит о том, что если вы товар растаможили в странах ЕАЭС по ставкам, которые не соответствуют российским ставкам, этот товар нужно будет дотамаживать в России. А это будет минимум в 2, а то и в 3 раза дороже. То есть, друзья, если была возможность приобрести Toyota Land Cruiser на 3 миллиона, 3,5 миллиона дешевле, то этой возможности не будет. Если была возможность купить автомобиль от 0 до 3 лет, друзья, минуя полную ставку в России, не таможить ее в лоб, а растаможить через Белоруссию, оплатить льготный утильсбор 3200 и кататься на этой машине, то эту возможность прикрывает. Пока что это все на бумаге, друзья, но мы знаем, уже исходя из последнего опыта за последние полгода, все, что Мишустин сначала рисовал, все это ставилось в печать и укреплялось. Поэтому, скорее всего, и этот законопроект, не скорее всего, и 100% этот законопроект примется. И будет что? Будет то, что все, что будет таможиться в Бишкеке и в Белоруссии, эти товары будут дотамаживаться в России. Когда это будет? На рассмотрение этот законопроект будет 1 апреля. 1 апреля, друзья, скорее всего, сразу не примут, мое личное мнение, оставят этот законопроект на переусмотрение после выборов, чтобы перед выборами не было большого ажиотажа. И уже с 1 мая, скорее всего, утвердят этот законопроект. Что это значит? 100% значит, что вот февраль месяц у нас есть для тех, кто хочет себе купить свежий автомобиль до 3 лет, заплатить либо с полным утильсбором для перепродажи, но сэкономить в растаможке, то у вас сейчас, это ваше время сейчас. Любой новый автомобиль, если вы хотите купить, это Land Cruiser 300, это Mazda CX-50, это Lexus, это BMW, любой, то время сейчас. Либо ту же самую вторичку, которую вы хотите купить для себя до 3 лет машину, либо машину для перепродажи, к примеру, Kia K5, Sonata 1.6 Limited, вот эта линейка, которая выгодна сейчас к покупке и к перепродаже,
То есть почему она выгодна? Потому что до 3 лет ты эту машину купил, растаможил за $5000, оплатил утильсбор, оплатил лабораторию, сверху десятка, то есть хорошая Kia K5, хорошая Sonata Limited, здесь в Грузии, вот здесь на вторичке до 3 лет стоит в районе $20000. Плюс все расходы к нему с растаможкой, с утильсбором 30 тысяч. 30 тысяч это 2600, 2700, смотря от курса, да? Это мы разговариваем за автомобиль 23 года. В России они стоят по 3,5, по 4 миллиона рублей. То есть, если вы хотите такой автомобиль купить с целью перепродажи, либо для себя лично, то вот сейчас это время и есть. Если хотели обновить свой автомобиль, то вот сейчас. Что нас ждет дальше, друзья? А дальше нас ждет то, что, во-первых, как только об этом узнают все, то есть не только компания «Автоэкс» снимает за эти новости, в первую очередь, друзья, все автомобили поднимутся, что здесь на рынке, что в Беларуси, что в Киргизстане. Просто поднимутся на 10-15% вот так вот по шкале. Вы можете перейти ко мне в телеграм-канал, у меня сотрудники каждый день выкладывают цены, и вы проследите тенденцию поднятия цен, потому что цены будут подниматься из-за ажиотажа. Что нам останется покупать через 2 месяца после того, как этот законопроект утвердятся? Ну, будет выгодно к приобретению только автомобиля от 3 до 5 лет, потому что они идут по объемам двигателя, они не идут по каталожным ценам, поэтому они будут более или менее интересны к покупке. Но их здесь поднимут цены. То есть, смотрите, здесь поставщики привезли автомобили разных годов, да? Они привезли новые машины. Как только эти новые машины перестанут здесь закупать, новые, говорят, свежие, от 0 до 3 лет, они поднимут цены на автомобили старше 3, от 3 до 5, на них поднимут цены. И чем меньше мотор, тем больше цена. К примеру, друзья, в ноябре месяце 2023 года хорошую Jetta в SL-пакете можно было здесь купить за $11000. Это вот в идеальнейшем состоянии. Сейчас они здесь стоят $15000-16000. Просто для примера. А что касается Мишустина, примет или не примет? Да, конечно, примет, друзья. Вспомните, с начала 1 августа они приняли законопроект, что утильсбор подорожает только для автомобилей свыше 3 литров, а уже 29 октября они подписали, что утильсбор поднимается практически на все автомобили, которые привозятся через страны таможенного союза, такие как Бишкек и Армения, если они растаможены на юрлицо, то у них по-любому коммерческий утильсбор. Ну а выгода была в чем? Экономия в чем была? Человек покупал машину из Америки, привозил ее, ремонтировал в Грузии, вез в Армению на юрлицо, таможил, вывозил в Россию, платил обычный утильсбор, перепродавал этот автомобиль, либо оставлял себе. Это прикрыли. То есть 1 августа говорят только до 3 литров, 29 октября говорят, нет, касается всех машин. И у нас остается с вами какая линейка? 3-5 лет до 3 литров. Что? По крайней мере сейчас мы уж точно, друзья, вам поможем, если у вас есть желание. Новые машины до 3 лет, вот месяц у вас 100% есть. До 1 апреля месяц есть, чтобы купить свежий себе автомобиль, протащить его через Белоруссию, либо через Киргизию, оплатить маленькую таможню, оплатить на адекватный утильсбор и пользоваться этим автомобилем. Еще раз давайте подкрепим, друзья. Если хочешь для себя лично машину до 3 литров, через Белоруссию таможишь, платишь утильсбор минимальный, 3200 рублей. Хочешь эту машину привезти и перепродать в этом месяце, таможишь в Беларуси на льготника, платишь 50% от стоимости растаможки, платишь утильсбор полный, там, к примеру, 306 тысяч рублей до 2 литров двигатель, да, и перепродаешь его уже в России. Вот, этот месяц это будет точно. Через месяц утильсбор останется такой же, но таможенная ставка поднимется. Жители Беларуси, на них это не отразится для тех, кто будет покупать автомобиль для себя. Ну а нам, бизнесменам, что? Опять придется свыкаться и что делать? Тужиться. Почему? Потому что очень многие сейчас люди закупили кучу машин, которые будут ехать в дороге, которые с новой машины, они их покупали с расчетом того, что будут продавать в этой ценовой политике, а придется перепродавать в этой ценовой политике, чтобы отбить какие-то свои деньги. Ну что, друзья, компания «АвтоАйк» всегда с вами, все горячие новости мы всегда готовы рассказать.
Переходите, подписывайтесь в моем телеграм-канале, я там буду делать еще больше постов касаемо изменений законопроектов.